Всем привет! Сегодня у нас вот такая ушаемка ГА-5040. В принципе, с мотором, с двигателем тут все нормально. Проблема здесь у нас с редуктором. Я его уже разобрал. Проблема здесь какая? Лопнула вот эта система. Это как раз и есть система SGS-2. То есть защита, не защита, а уменьшение вибраций при пилении. И вот, давайте посмотрим, что я буду менять. Буду менять шпиндель, артикул нового шпинделя. Потому что, видите, вот здесь износ. Далее сцепление. Сцепление мы здесь меняем, потому что оно просто лопнуло. Вот оно лопнуло и осталось внутри подшипника. Подшипник, вот он новый. 210-302-8-6903Z компании NSK. Муфту 310-683. На муфте тоже видите, какой износ. Далее мы меняем опору. Короче, весь редуктор, считай. Вон, видите, внутри износ. Вот. Шестерню большую. 227-592. Потому что это слизано просто в хлам. Ну и естественно ответную шестерню маленькую 227-591. Вот она. Ну а здесь комплект всяких шайбочек, все остается там, гаечки, шайбы, все старое, кроме одной. Вот, кроме вот этого стопорного кольца. Сейчас мою редуктор. И приступаем к замене. Помыли. Можно собирать обратно. Да, и подшипник еще вот этот поменяю. Шпиндель запрессовали, теперь сюда шайбочка одевается, а сверху шайбы вот этот набор, то есть шестерня, шестерня напрессовывается вот на эту муфту и сюда подшипник. Эта запчасть еще можно приобрести в сборе, то есть вот эти три запчасти, они сразу же будут напрессованы, выйдет чуть дороже. То есть вот в таком виде. Ну это, блин, самому сделать 2 секунды делов. Ну и сюда
нужно немного смазки нанести на шпиндель. Далее ставим сюда вот эту опору и напрессовываем вот эту штуку. Но она должна стоять вот здесь, то есть вот здесь подскос идет язычок, и она должна вот здесь находиться, то есть не вот здесь, а вот здесь, и прессом вот так. Далее идет шайба и стопорное кольцо. Вот так. Ну а сверху подшипник запрессовываю. Все готово. Теперь наваливаем сюда смазки и закручиваем. А с этой стороны одеваем шестерню, шайбочку и гаечку. Да, и все это дело, чтобы затянуть, нужно вытащить ротор. А чтобы вытащить ротор, нужно снять щетки. Приподнять их немножко. И берем ключ на 10 и затягиваем. Собрали, проверяем. Так, первая скорость. Готово.